Приветствую вас, Анна. Психологическое объяснение действиям мужчины и его фразы, конечно же, есть. Но только вопрос, на мой взгляд, здесь в том, а стоит ли объяснять его с психологической точки зрения, потому что объяснить можно все что угодно. Смотрите, если человек от вас отдалился, вне зависимости вообще от того, что там, ну, что там вообще за этим стоит, да, если человек отдалился от вас, то это, в общем, значит, только лишь, что, ну, не совсем, да, все гладко в отношениях между вами было. То есть вот были какие-то моменты, которые мужчина не устраивал, либо которые вызывали у него страх. Вот. И здесь момент, в принципе, вот он такой только, что либо вы, ну, вызываете у человека какие-то вот переживания, связанные, ну, с тем, что было раньше в его опыте, допустим, вот, либо он просто боится близости, вот, с вами. Вот. Просто боится с вами сближаться, боится своих чувств, да, и прочее. Вот. И это, ну, в целом довольно распространенная такая вот история. Вот. Довольно часто мужчины, они боятся сближаться с женщиной, вот, боятся отношений серьезных, либо начинают переживать какие-то деликатные, в кавычках, моменты, деликатные в кавычках, потому что не всегда эти моменты являются прям такими уж деликатными, но для мужчины они важны, вот, по тем или иным причинам, вот. И, в общем-то, в этом, собственно, и заключается суть проблемы, вот, того, что происходит сейчас, вот. Такой вот, в принципе, ответ, наверное, я мог бы вам дать, потому что, ну, понятно, что всех моментов я не знаю, да, и понятно, что всей истории я не знаю, но, тем не менее, ситуация, она вот
такая, если чисто, если объективно говорить. Вот, поэтому вы для себя просто решите, что именно вы будете делать. В этой ситуации. Вот. Вы просто сами для себя решите, как вы будете поступать в этой ситуации, да? Вот. Чтобы как-то вот, ну, не быть зависимой, да, от, ну, от мужчины, вот, чтобы не, ну, ну не зависеть от того, что он делает, потому что это, мне кажется, было бы, ну, не совсем правильно по отношению к вам, не совсем справедливо по отношению к вам. Вот, потому что у мужчины, допустим, есть какие-то проблемы, к примеру, вот. А вы, по большому счету, из-за этого страдаете. Да, вы, по большому счету, из-за этого как-то вот, ну, переживаете. Понимаете? Вот. Это не круто. Это напоминает больше очень такие... значит, ну, созависимые отношения, вот, а это всегда деструкция той или иной степени, ну, в том или ином смысле. Вот. Такая вот история. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. То, что я могу вам ответить. Конечно, вот можно сколько угодно гадать, да? Что значит? Фраза человека, почему он так поступает и прочее, но по моему опыту нет в этом никакого смысла, вот, вообще. Такая вот история. Я надеюсь, что это было вам полезно. Ну, я надеюсь, что для вас это было полезно. Если понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится, и вы выйдете из этого подвешенного состояния, в котором сейчас находитесь.